Доброе утро, дамы и господа. Сегодня у нас 15 февраля. У меня повторный прием. Неделю после операции иду сейчас в больницу. Я же обещал держать вас в курсе дела. Я немножко погоды недооценил. Холодно. Вроде показывает плюс. Ой! Ой! Собака напугала меня. Маленькая, мохнатая. Страшная. Так, буду я вперед снимать. А то нифига не видно, кроме моего лица. Уже красное. Слезы текут. Ветер навстречу, холодно. И зонтик. Уже много-много лет он здесь, у этих стариков. Это мой район. Сейчас иду вниз. Автобус я пропустил, опоздал. А сейчас только через полчаса, чтобы туда вниз спуститься. Тут, в принципе, 2,5 километра. Сейчас вот вниз дойду, там уже на трамвайчик сяду. Я сегодня пока одежду подходящую нашел. Один джемпер давай. Натягивал. Он узкий в рукаве. Вот. Потом пока его опять стащил. Все, пока оделся. Все, опоздал на бус. Вот. Ну, ничего страшного, в принципе. Все даже на 10, на 15, даже на 20 минут позже приеду, ничего страшного. Вот. Сегодня я на камеру снимаю, чтобы более-менее стабилизация не так трясет. Я пока поснимаю, я там уже решу, что вам посмотреть, а что нет. Вот. Это тоже новое здание. Вон там за мостом. Вообще последние 10 лет Серебрякин преобразовался в лучшую сторону. Сейчас надо как-то до денег добраться. Так. Так, здесь. А куда купюру вниз? Окей. Так, надо разбираться. Kaiserstraße, Ausstieg rechts, Sortierwand. Liebe Fahrgäste, denken Sie bitte an die aktuell geltenden 3G-Regeln sowie die Maskenpflicht. Damit schützen Sie sich und andere. Vielen Dank, Ihre Servan. Все очень даже хорошо сложилось по времени. Трамвайчик приехал вовремя. Ехать недолго. Тут еще вон осталось буквально 200 метров. Звук дозаписываем. Я когда стоял, ждал результаты анализов, разговаривать не смог, потому что женщина рядом стояла. Обратил внимание на этого мужика, который окна чистит. Стоит без страховки, не боится. Вот, здесь вот дверь в тест-центру. Анализ сдал, ждал результатов. Для того, чтобы зайти в больницу. Без теста никак.
Вот. А потом надо было встать вон ту очередь, чтобы зайти в больницу. Там я примерно еще минут 20 ждал. Вон внутри стоит security. Человек как место освобождается, приглашает зайти. После того, как прошел регистрацию на входе, померили температуру, иду вот хирургический амбуланс. Это хирургическое отделение. Это больничная кафешка. Процедуры у меня закончились, перевязка закончилась. Я иду на выход. Вон, смотри, людей уже нету на входе. Вот люди стоят, проверяют температуру, записывают твои данные и куда ты идешь. Как выйдешь? Да. Очень доброжелательные доктора. Медсестра была русскоговорящая. Спросила, что случилось. Пришлось опять все рассказать заново. Вот. Хорошо перебинтовала. Посмотрел, шов нормальный такой, сухой. Не гноится ничего. Я думал, это бинт прилипший там будет за это время. Нет, он прямо это снялся. Порадовало меня, что... шов сухой абсолютно, немножко растянулся. К сожалению, не было времени его сфотографировать. Шнурок развязался, ну ё-моё. Вот как раз вот одной рукой шнурок развязывать, завязывать сейчас. Так и не смог завязать. Попробуйте одной рукой шнурок завязать. Никак. Засунул просто кончики шнурков ботинки вовнутрь. Это железнодорожный вокзал Сарбрюкена. Hauptbahnhof. Еду на трамвайчике. Kaiserstraße, Ausstieg rechts, Sortier droit. Liebe Fahrgäste, denken Sie bitte an die aktuell geltenden 3G-Regeln sowie die Maskenpflicht. Damit schützen Sie sich vor den anderen. Vielen Dank, Ihre Saarbahn. Тут я решил камеры немного оставить включены. Думаю, может кому-то будет интересно посмотреть, поразглядывать. Да, вот это последнее предложение на французском. Из-за нашей близости к Франции границы. Много французов тоже у нас ездит. Вот сейчас вот как раз на заднем плане слышно, как французы разговаривают. Там было четверо парней. Liebe
Сейчас еще 2,5 километра наверх к себе, и я дома. Наклон очень сильный. Вот, теперь будет тяжело разговаривать. Но это, солнышко вылезло. Хорошо на улице стало прям. Тяжко подниматься. Слушай, вот смотри. Елочка такая большая, нравится мне. Интересно, сколько лет ей. Фью. Тяжко. Солнце вышло, и сразу краски появились. Солнце заходит, сразу все серое. Тут мне осталось чуть-чуть дойти недалеко. Ну, в общем, все, ребят, тогда. Видео такое ни о чем. Сути особенно никакой нету в этом видео. Ну, просто как обещал, как и многие просили, держать в курсе. Есть все-таки люди, которые интересуют. Моя судьба, мое здоровье. Вот, в общем, все хорошо. Все замечательно. Меня порадовало, что шов сухой, не гноится. Все замечательно. Я надеюсь, все скоро заживет. И я скоро выйду на работу. Не берусь пока прогнозировать, когда это будет, как сложится. В общем, доктор сказал, что посмотрит на следующей неделе, если все хорошо будет, гипс снимет. То есть эту шину. Не гипс, а шина, которая. Вот. Но это будет через неделю. В общем, все. Я почти домой пришел уже. Вот такой вот домик у нас тоже в микрорайоне. У каждой квартиры своя терраса, свой балкон, видите, ступеньками. И как бы один балкон закрывает от шума другой дом, другой балкон, квартиру. Здесь у нас дом престарелых. Вот. С подъездами, с лифтами там с улицы, с той стороны. Недавно построили. Ну как, лет 5 назад. Вот такие вот дома построили 3 года назад. Вот 4, может быть. Вот. Вот здесь вот наверху такие вот частные домики. Есть высотки тоже вот такие вот. Тут несколько штук высоток. Штук 10, наверное. Остальное все вот такое вот низкой постройки. Здесь вот этот домик тоже построили лет 6, по ощущениям, наверное. Тоже все распродали все квартиры сразу же. Ну что, попытаемся. А машин нету. Почта. Посылки привез.
Вот, все, конечно, хорошо. Тоже вроде не старое здание. Но гараж уже обсыпается. Из-за чего, непонятно. Сначала здесь обсыпалось, а потом вот тут тоже началось. Непонятно. Вот. Ну и все. Всем всего хорошего. Не болейте. Будьте осторожны. Не повторяйте мои глупости. Надо всегда думать, прежде чем что-то делать. Все. Следующее видео, может быть, это что-нибудь по автомобилям будет. Все. Всем пока, ребят. Thank you.